Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Привет всем поклонникам и любителям футбола. MLBet, первая лига, возвращается. Новый сезон, новая история. Ждемся первого удара по мячу. Мераби Уриди его нанесет. Поехали! Как говорится, достаточно просто друг до друга доехать. Ай-яй-яй, момент, без рук нет, не дадут ударить. Может быть, отсюда Хубаев. Хороший удар у него. Хубаев! Здорово, как заряжал, но чуть выше. Мяч проходит. Смотрим, смотрим, что. Пошла подача. Нет, не пошла. Передумал, видимо, Гаглоев. Вот теперь точно пошла. Удар! И мяч в воротах! Антон Полюткин открывает счет в этой встрече. Ну вот надо смотреть параллельный матч. Но, возможно, Антон Полюткин автор первого забитого мяча в этом новом сезоне. Кирилл Новиков. Опять же, будем смотреть. Может быть, его все и устраивает. Ой-ой-ой, момент-то какой! Янушковский! Здорово бил головой. Кириллов с Аюкиным решил обыграться. Аюкин. Дальний удар по воротам. Обухов. Красиво добивание. Момент. Ой-ой-ой. Далеко вперед. Котик пытался выпрыгнуть. В итоге перелетел мяч Котика. И желтая карточка Артему. Ой-ой, красная карточка, Артем Котик. Есть еще время у нижнекамцев, конечно, не собираются они бросать оружие, борются, но и в этот самый момент звучит финальный свисток. Ну что, поздравляем КамАЗ с победой, поздравляем с тремя завоеванными очками. Антон Полюткин, напомню, еще раз приносит своей команде три очка.